Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана и ваш любимый канал «Эзотерика для тебя». Друзья, 12 мая каждый из нас может провести достаточно простой, но в то же время и эффективный денежный ритуал. Что это за ритуал, почему именно 12 мая и как провести этот ритуал во благо себе, друзья, далее в этом видео. Итак, друзья, этот ритуал, о котором мы далее проговорим, может провести каждый из нас человек. Почему именно 12 мая? Все дело в том, что это первый день растущей луны, и в мае первым таким днем, денежным днем, считается 12 мая. Именно один раз в месяц вы можете провести именно этот эффективный денежный ритуал. Обращаем ваше внимание, что, пожалуйста, когда вы будете проводить этот ритуал, не стоит отвлекаться и ни с кем не разговаривать во время проведения ритуала. Этот ритуал, друзья, нужно будет провести уже 12 мая вечером. И, конечно же, вы скажете о том, что ну как же мы можем его провести, если новая луна у нас только была 11 мая, луны вроде как не видно, что мы будем делать? Обращаем ваше внимание, что в этот лунный день, да, мы не видим луны на небе, но влияние ее на нас от этого не убывает, а наоборот, друзья, становится сильнее. Недаром в народной магии многие обряды, ритуалы, которые были связаны с защитой, с исцелением, с богатством, процветанием, проводятся именно в этот день. Потому что все, что вы загадали в этот лунный день, он сбывается. Потому что именно в этот период вы можете придать своей мысли, друзья, достаточно огромную силу. Итак, вечером уже 12 мая, когда уже будет темно, в этот момент вам нужно выйти на улицу, выйдите на балкон и достаньте купюру максимального достоинства, которая у вас будет в кошельке. Далее положите ее на ладонь так, чтобы падал все-таки лунный свет. И затем необходимо создателя попросить, желательно своими словами, о привлечении достатка в дом, чтобы в вашем кошельке всегда водились именно такие деньги, как эта купюра. Недаром мы сказали вам о том, что нужно постараться максимального достоинства. Как вариант, что вы можете сказать, то есть и прося луну, слова можете следующие сказать: «Деньги в моей руке, деньги большие и малые принимаю, вход пускаю, созидаю. Бесконечной золотой рекой ко мне текут ежесекундно 24 часа 365 дней в году». Истина. И, друзья, важно понимать, что этот ритуал работает ровно месяц до следующего новолуния. Забудьте о том, что, возможно, вы не увидите еще луны. Да, она у нас рождается, она уже наступила. И, возможно, мы ее физически, на физическом плане мы еще не видим. Но энергетически она уже начинает давать свою энергию. Поэтому именно, друзья, 12 мая используйте эту денежную энергию себе во благо для того, чтобы в вашей жизни открылись те возможности, открылись те двери, которых вам на данном этапе вашей жизни, возможно, не хватает. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно смотрите другие видео на канале, заходите также почаще на наш канал, потому что у нас на канале достаточно много полезной, важной и нужной информации для каждого человека. Любим, целуем, обнимаем и услышимся в следующем видео.